Ой, как красиво. Тут прямо вон как делает он. Я прям не знаю. Я, может быть, вообще сейчас не записывала ничего. Сейчас я проверю, подождите. У меня камера новая, поэтому я еще пока не освоилась. Вот так здорово. Сегодня я, как обычно, разбираю косметику. Кому интересно, оставайтесь со мной. Это Ольга Швец. Ставьте лайки, задавайте вопросы, давайте дружить и общаться. Значит, это мицеллярка от Гарньер объемом 700 мл. Конечно, в таком объеме ей пользоваться очень-очень неудобно, но я нашла выход. Я взяла невеевскую маленькую бутылочку и пользуюсь ей так. Мицеллярка Гарньер вне политики, вне конкуренции. Я ее обожаю. Поэтому поехали дальше. Оставайтесь со мной. Я сегодня знакомлю вас со своими любимыми косметическими приобретениями. Лучшей косметикой на весну. Да, наверное, лучшая косметика весны. И это будут однозначно очень классные находки. Это будет однозначно вообще очень интересно. Поэтому давайте дружить и общаться. Я Ольга Швец. На данный момент я сделала выбор в пользу Эльсеф от L'Oréal. Но если вы пользовались ЙОС по моей рекомендации, или у вас реально очень-очень сухие волосы, которые испытывают очень большие проблемы. Я сейчас вспомнила блогершу, которая очень красиво говорит по-английски. Почему-то так раз и вспомнила. Я не знаю, кто это блогерша, но если вы хотите услышать потрясающий английский, просто сказочный английский, то вы обязательно должны посмотреть. Я оставлю ссылочку на канал. Это особенно для тех, кто учит английский. Она настолько волшебно говорит, что это просто какая-то фантастика. Вот. Так вот, возвращаемся насчет Эльсеф от L'Oréal. Либо СЮЗ, что мы будем выбирать? В общем, если у вас волосы пересушенные, перекрашенные, и вы вот прям чувствуете, что они на ощупь как мочало, тогда СЮЗ. Он вас спасет, поверьте. Потому что я смотрела отзывы Марка Кауфмана, он очень сильно похвалил. И я тоже присоединяюсь, потому что когда на голове мочало, СЮЗ это единственное, что может вас спасти из того, что есть по доступной цене. В радиусе вытянутой руки, в любом супермаркете, ну почти везде, любой гипермаркет, вы там это все найдете. Что касается, если волосы все-таки более-менее в порядке, то тогда летний такой вариант это Эльсеф. Потому что, что касается вот этого масла, оно дает недлительный эффект. То есть, если масло от СЮЗ даст вам более длительный эффект, оно более плотное, оно более жирное, то если вам нужен совсем такой легкий эффект, и вы моете голову каждый день, вот, к какой части женщин я не отношусь, не знаю, может быть, по какой-то печали, может быть, по какой-то радости, в общем, девочки, если вы часто моете голову, то вот это то, что вам нужно. Если вы модель работающая или просто поиздевались над волосами от души, то, конечно, съез. Следующая история, такое немного заляпанное зеркало, прошу прощения. В моей жизни их очень-очень много было, этих пудр, и пока я предпочитаю их. Правда, у меня есть еще одна, сейчас я вам покажу. Но она не для того, чтобы носить ее с собой. Да и вообще сейчас идут продукты, которые не обязательно носить с собой, чтобы что-то подправлять. Так, как тут мне сделать-то, чтобы было красиво? Вот так, наверное, да. Это Art Visage. В зеркале отражается облачное небо. Свет меня вполне устраивает. Все хорошо, у нас дождик. Да, и, в общем, я сейчас расскажу вам про новое открытие. Это Ben Nye.
Я видела такую пот в сравнении. Может быть, это миниатюрка, может быть, она есть больше. Волшебная текстура, девочки, я рекомендую. Я заказывала на Bain & Coins. Ну, это не какая-то залепка. Тут мы наблюдаем код. В общем, все в порядке. Это нормальный Bonai. Ждала, правда, очень-очень долго. Но я хочу сказать, что пудра очень классная, очень тонкая. Это как раз вот именно в моем случае это зона под глазами. То есть там ничего не подчеркивается. Все очень здорово, чтобы быть самой красивой. Как бы не смешно это не звучало из моих уст. Ну, главное же, как бы, как ты себя воспринимаешь. Поэтому я, кстати, люблю пудры от Art Visage. Там очень волшебные зеркала. Оставайтесь со мной, подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, задавайте вопросы, давайте дружить и общаться. Я Ольга Швец. Что касается вот этого лайнера от Art Visage, я его всячески рекомендую. Он не отпечатывается, он очень хорошо держится. И также хорошо убирается с помощью мицеллярки от Garnier. Он действительно делает матовую плотную стрелку с одного раза. То есть ее можно сделать сначала контуром, потом зарисовать контур. Я бы не сказала, что очень хорошо он прорабатывает детали. Ну, в случае, когда это не крупным планом, в случае, когда вы просто ходите и вас никто не будет рассматривать с 5 сантиметров, это очень даже ничего такой вариант. Очень бюджетный, симпатичный, достаточно качественный, поэтому да. Что общего между этими продуктами, спросите вы, а я отвечу. Они все предназначены для тонирование лица. Значит, балет. Очень бюджетная цена, очень отличное качество. Как бы это ни звучало банально, ужасно и непонятно, но это так. Вот, я его первый раз попользовала лет вообще, наверное, в 10. И потом все окей, хорошо, прекрасно, все замечательно. Долгое время пользовалась и любила, потом он исчез. И я как бы подзабыла на долгое время о нем, сейчас опять вспомнила, и меня вполне устраивает. Что касается, значит, Garnier BB крем. Garnier BB крем, он в данном случае anti-age, да. Ничего более лучшего на лето я пока, к сожалению, найти не могу. То есть это средство, которое не требует многослойности. Это средство, которое реально очень-очень хорошее и качественное. Мне продукты эти идут, поэтому, наверное, в ближайшее лето я буду с ним очень сильно дружить. Это продукт, который идет в качестве базы под тени. Это продукт, который... И можно маскировать несовершенство. Просто пальчиками, промакивающими движениями вы переносите продукт на проблемную зону, где у вас либо венка, либо там, ну, надо поплотнее. То есть, вот, допустим, на все лицо вот это, там, где уплотнить, можно донести, а если где совсем уплотнить, можно вот это. Сейчас я еще покажу один продукт, вы посмотрите, насколько сильно я его люблю. Оставайтесь со мной. Вот эта мальва 7 Stars. 7 Star. Это мальва 7 Star. Значит, 35 мл. Очень-очень бюджетно купила в центре. Что касается текстуры. Девочки, вот вообще, положа руку на сердце, ничего толком он не затонирует. То есть, если вы от природы имеете хорошую, ровную кожу, которая нуждается только, ну, вот чуть-чуть какой-то там надо, блюр такой совсем легонький, это то, что вам надо. То есть, с серьезными проблемами он не справляется, но я могу его смешивать. И поэтому получается все хорошо. Я даже вам всем могу посоветовать, девчонки, вот можете не пожалеть денег в данном случае.
а просто купить несколько средств и пробовать их чередовать в зависимости от времени года, в зависимости от вашего тона, подтона, делать их плотней. В общем, играйте с ними. Тогда все будет хорошо. Тогда вы найдете вот эту вашу золотую середину, так называемую, вот этот идеальный баланс для вашей кожи, только вот именно каким-то образом сочетая продукты, вы сможете к этому прийти. Потому что если там пытаться покупать один крем в год, как я раньше делала, и там горошины на палец, и там пытаться все это затонировать и быть совершенно счастливой, нет, это вообще не тот случай. Сейчас все гораздо сложнее, но, поверьте, эффект, который получается, мне нравится, поэтому продолжайте смотреть и оставайтесь со мной. Доктор Бауман, крем-пудра, она великолепная, она чудесная совершенно. Я работаю ей под глазами, это уже не первое, выглядит она вот так. Зеркало, кстати, в ней тоже достаточно хорошее, но я не пользую ее пуховкой, я пользую ее пальцами аккуратно, поэтому она как бы тоже в некоторой степени в моих любимчиках. Вот мой самый большой любимчик, это помада Lime Crime в оттенке Blush It. Это если вы хотите не кричащие губы. Ну, потому что зачем вам кричащие? Как бы, ну, не 16 лет. Но иногда хочется поерчить так, а вот это тот случай, когда ерчить не надо. Потрясающий оттенок, очень нежный, очень красивый, очень такой, знаете, классный такой, вообще здорово, мне нравится. Вот эта пудра, я пока с ней разбираюсь. Потому что, ну, я не могу сказать, что я с ней разобралась. Вот эта пудра, я с ней разбираюсь. Я не могу сказать, что я с ней разобралась от и до. Все еще в процессе. Но я не смогла пройти мимо нее, и поэтому, ну, как бы она у меня. Но она, не могу сказать, что в фаворитах, в каких-то супер-пупер-любимчиках. Если вам интересно, свотч такой... Очень интересный эффект получается на лице. Ну, такой он необычный. Вот. Поэтому я, наверное, думаю, что я еще ее потестирую. И поехали дальше. Что касается чудесного, замечательного ревиталифта под глаза. Могу сказать, что да, он работает. Он решает проблему. И пока, вот в данный момент, я ничего с собой делать не планирую. В плане, там, какую-то подтяжку или что-то еще. Пока косметика совсем успешно справляется. Ну, а что касается следующих фаворитов, то оставайтесь со мной. И вы узнаете много интересного. Это Catrice Prime & Fine. Классный совершенно хайлайтер здесь есть. И вот такая помада MAC, она у меня сломалась, к сожалению. Сейчас я вам покажу оттенок, чтобы вы видели. Вот он. Очень такой интересный оттенок. И я вам могу сказать, девочки, ну, мне он нравится. Потому что вот, который идет вот этот Russian Red, он вообще воняет адово просто. Я вот так на него смотрю, наверное, скорее всего, я его кому-то подарю, потому что я его почти не пользовала. Ну, а теперь туз в рукаве. В общем, кому хочется потратить 3 миллиона долларов на крем Benefit, я шучу, разумеется. Вы можете взять крем Балет, смешать его с увлажняющим кремом 24 часа от Новосвит и получить примерно такой же эффект. Но, опять же, все зависит от кожи. Да, Benefit, он в каком-то случае такой, знаете... Он такой классный, да, средство хорошее, но с какими-то глобальными проблемами оно не справится. Со стойкостью тоже, между прочим, все хорошо, стойкость продлевает, вот. И я заказала две минки, одна у меня в кейсе, вторая вот на ваших глазах. Но я подумываю пока, что нужно взять полный размер, но пока я не уверена точно.
Вот. А то, что касается вот этих средств двух, они вообще работают просто бомбически вместе. Поэтому, если вам опять же интересно, поехали дальше. Я не уверена, что это в резкости, потому что камерой сейчас я пользуюсь первый день. Это основные мои кисточки, которые я использую каждый день почти что. Здесь несколько кистей для бровей, кисть для хайлайтера, несколько кистей для тона, несколько кистей для консилера под глаза. Ну, иногда я пользуюсь просто пальцами, потому что это в некотором роде гигиеничнее, в некотором роде как бы полезнее. Вот эта кисточка, она универсальная. Я хочу обратить ваше внимание на нее. Ей можно делать скулы, наносить тон, припудриваться, в общем, просто пользоваться одной кистью и сделать макияж. В общем, это основное. Оно из разных наборов скомпоновано, но это то, чем я пользуюсь, и ни одной из этих кистей я не хотела бы выбросить. Вот, наверное, так, подождите, сейчас, секундочку. Да, вот они. Вот так будет резко. Я разобралась. В общем, кисти классные. Вот эти вот, как сказать, аналоги Artis. Я могу их советовать, потому что они, правда, очень хорошие. Они очень плотно набиты, настолько, что тон туда вовнутрь не забегает. И можно пользоваться просто, ну как, просто протирать ее. Потому что насчет мыть я не знаю, не знаю, насчет прям совсем помыть так вот прям от души. А вот кистей не так уж и много, они основные, и это те, которые я реально люблю. У меня грандиозная зачистка косметоса, девочки, особенно кто мои знакомые, подружки там. Кому нужно, маячьте. Я сейчас буду разгребать, и у меня будет очень-очень-очень много чего там подарить, передарить, отдать. Ну, потому что я все использовать на себя не могу, к сожалению, к величайшему моему. Но так, вот то, что прошло стадию затеста и однозначно нет, с этим я буду прощаться.